На планерке представили свой доклад и представители ОМВД. За прошедшую неделю на территории округа выявлено 104 происшествия, из них 20 с признаками состава преступления, 188 нарушений правил дорожного движения и 9 ДТП с материальным ущербом. Управлением внутренних дел совместно с таможней выявлены правонарушения в сфере незаконной игорной деятельности и незаконного предпринимательства в части незаконного использования товарного знака. Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что в ночь с 21 на 22 июня три гражданки 87 и 88 года рождения совершили поджог нежилых расселенных деревянных домов номер 30, 21 и 10 по улице Смедовича и номер 1А по улице Полярной. В настоящее время с подозреваемыми проводится следственная работа.